Внимание, товарищ!
Это нам пригодится. Вижу!
зверь теперь в наших руках. Будь уверен, мы найдем ему достойное применение. Смотрите, товарищи! С нами скорпион! Постарайся ничего не сломать. Ладно, кому я это говорю? Это нам пригодится. Hey!
Пассажиров брать не велено. Позволь мне представиться. Меня зовут Розак Разман. Некоторые называют меня Бритва. Я предводитель отряда, известного как Тараканы. Я слышал, тебе не повредит помощь. Точно так. Я слышал о твоих достижениях, Скорпион. Я делаю то, что нужно, чтобы выполнить работу. Это хорошо. Надеюсь, что мы сможем достичь взаимовыгодного соглашения.
Я деловой человек, Скорпион. Поставляю то, на что есть спрос. Спрос в Панаву уже перерос мои возможности. Пришло время расширяться. Пелабухан-Саундагар — крупнейший порт в Панаву. И всегда был перевалочным пунктом для контрабанды. Для деловых людей вроде меня. Увы, президент ввел запрет на любые коммерческие операции в порту, кроме правительственных. Я хочу, чтобы ты помог нам завладеть этим портом. Пелабухан-Саундагар должен перейти к новым хозяевам. Отведи меня в гавань. Оттуда я смогу взломать сеть лаборатории и сменить коды доступа. Давай выдвигаться. Но помни, если я погибну, ты провалил свою работу. Вижу врага все силы к бою. Попасть внутрь. Скорпион, ты должен найти лазейку и отыкрить нам вход с той стороны. Удерживайте позицию, тараканы, и перекройте Скорпион. У нас есть доступ в гавань. Шевелитесь. Нужно захватить следующую баррикаду. Удерживайте позицию. Они отступают. Двигаться вперед. Шевелитесь, тараканы! Пошел! Мы почти на месте, тараканы! Тревога! Они прорываются на центральную пристань! Держитесь, парни! Thank you.
орудийное гнездо! Скорпион, сними его! Впереди чисто, двигаемся! Мы на месте. Прикрой меня, Скорпион, пока я взломаю систему на этом терминале. Держитесь, тараканы! А вот и правительственные шакалы! Черт возьми! Убери их! Мне просто нужно, чтобы кабель... Я вот тут... Это нам пригодится. Вижу цель. Держись! Я почти закончу. Прекрасные новости. Теперь Панау насладится преимуществами свободной торговли. Я, по крайней мере, точно наслажусь. Сообщают о перестрелках и вспышках насилия, имевших место сегодня днем в Пануанской гавани Пелабуна. Представитель военной полиции сообщил, что на данный момент ситуация полностью под контролем. Ни одна организованная преступная группировка не использует гавань для своих целей.
Друг мой, я живу в постоянном страхе перед одной ужасной болезнью. Бедностью. Эти надоедливые правительственные агенты снова пытаются уничтожить меня. Диверсиями в моих нарколабораториях в городе. Если эти лаборатории будут разрушены, наркоши будут покупать свой дурман где-то еще. А мы потеряем кучу бабла. Ты должен остановить диверсию, обезвредив все их бомбы. Это поможет мне избежать ужаса. Будьте начеку. Наверняка каждую бомбу кто-то охраняет. Слишком близко. Thank you.
я даже счастливее, чем человек с промытым кишечником. Постарайся ничего не сломать.
Амиго! Добейте его! Я найду нам правительственные войска, Скорпион! Пешеходы! Если я это одолжу.